Всем привет! Для нашей самоделки нам понадобится автомобильный масляный фильтр. Также понадобится лист металла толщиной 1 мм. Для начала делаем разметку. Замеряем отверстие. Здесь 16 мм, но я сделаю 20. Замеряем диаметр. Здесь у нас 60. Получается такая разметка. Кому интересно, ссылка на сверло в описании под видео. Далее вырезаем круг. Таким образом у нас получилась такая шайба, которая здесь прекрасно помещается. Делаем еще 4 прореза и эти сегменты загинаем наружу. Нам остается сделать здесь 4 отверстия. Так, наш примус у нас почти готов. Но для его транспортировки нам понадобится крышка сюда. Для изготовления крышки мы берем автомобильные динамики, либо домашние, неважно какие. Нам главное отковырять заднюю часть динамика. В задней части у нас выходит вот такая прекрасная крышка. Идем к токарю, либо если у нас есть плашка соответственного размера, размер 18 на 1,5. Здесь было 19, соответственно нарезали резьбу. И у нас получилась отличная крышка. Компактный, красивый примус. Давайте проверим, как работает наш примус. Все нужные детали находятся внутри. Нам не нужно ничего лишнего. Снимаем резиновое кольцо. Так как дно здесь сферическое, ложим на кольцо. Фильтр никуда не будет болтаться. Устанавливаем нашу пластинку. И сверху можем ставить емкость. Заправляем наш примус. Поджигаем. Подведем итоги. У данного примуса очень низкий КПД, но все же он имеет право на жизнь, как интересная самоделка. Так как все детали находятся внутри, собирается он очень просто. Вот. Полностью герметичный. И выглядит так, скажем, загадочно. Это все, чем я хотел с вами поделиться. Подписывайтесь на канал, делитесь видео с друзьями. А я желаю вам удачи, хорошего настроения. Пока!